Привет, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий. В этом бизнес-инсайте мы поговорим с вами о важности отстройки эффективной работы руководителей. Если вы являетесь собственником бизнеса, то эффективность вашей компании будет напрямую зависеть от того, насколько эффективными будут руководители, которые управляют сотрудниками вашей компании. Потому что вы рано или поздно перейдете в режим, когда вы общаетесь в основном только с руководителями, и вы не будете успевать общаться со всеми сотрудниками. Эффективность работы сотрудника и вообще состояние его на работе, то, как он себя чувствует, с каким настроением он идет на работу, насколько он понимает цель будущего, это все напрямую зависит от руководителя. Поэтому важно понимать, что одна из самых важных задач каждого собственника бизнеса – это сделать так, чтобы его руководители работали профессионально. Работали профессионально – это не значит владели своей зоной компетенции – маркетинг, финансы, продажи, управление персоналом. Это все, естественно, важно, это нужно сделать. Но речь идет об управлении людьми, потому что менеджмент – это достижение результата силами других людей. И качество работы руководителя – это не только его экспертиза, а это то, как он управляет другими людьми. И для того, чтобы этого достичь, вы, как собственник бизнеса, должны сложить у себя в голове пазл, картинку эталонного руководителя. Как должна быть построена работа эталонного руководителя? И первый шаг – вы сами должны стать таким эталонным руководителем. Вы должны начать соответствовать вот тому самому образу, который вы придумаете. И после этого вы должны уделять время и обучать руководителей тому, как им быть эталонными. Не рассчитывайте на то, что их кто-то обучил до вас, их никто не обучил. В лучшем случае он владеет какими-то навыками менеджмента. Но мы живем с вами в среде с низкой культурой ведения менеджмента. И если вы не позаботитесь о том, чтобы руководитель стал профессиональным, то, скорее всего, никто об этом не позаботится. И компания будет плыть по течению. Поэтому ваша задача построить сильную команду руководителей. Сделайте на этом очень-очень большой фокус, очень большой акцент. С вами был Кирилл Куницкий. Поставьте лайк, и мы увидимся с вами в следующем выпуске Business Insider. Пока!